Мы недавно тоже вот общались на эту тему. Ребята предполагают, говорят, вот как вы думаете, может быть такое, чтобы дали команду, чтобы всех татар крымских вывезли опять с полуострова? Ну, оно кажется как бы немножко таким футуристичным такое, может быть, но скорее всего от российской нынешней власти можно ожидать все, что угодно. Я думаю, вполне реально они могут такое решение принять. Події 1944 і 2014-го, сталінський терор і путінська анексія. От історія повторюється, на ваш погляд. Можна, не можна паралелі Есть параллели, провести? очень много общих вещей есть, которые происходят на сегодня, потому что в первую очередь люди боятся, говорят то, что думают. Очень много людей, допустим, на сегодняшний день очень много людей, моих родственников, которые боятся контактировать со мной. Які залишилися на Да, окупованій території. которые остались в Крыму, вот им очень сложно. А чим вони це мотивують, як пояснюють? Ну, то, что связано с тем, что я вот воевал на стороне Украины против России, поэтому как бы связь со мной может как-то повлиять на их безопасность.